Вы знаете, ну это такой период, потому что действительно в свое время «Спид-инфо» была редкая газета, родоначальник вот этой вот желтой прессы, и был прекрасный бизнес, создавали его очень интеллигентные, образованные люди, они просчитали, почувствовали, или по наитию, я не знаю, у них получился этот бизнес, и «Спид-инфо» действительно была дико популярная газета, и она была такая одна. Вот. Сейчас, может быть, ну, как бы вот эту вот направленность подхватило действительно большое количество газет, и даже серьезные газеты позволяют себе писать, ну, скажем, в такой манере, которая раньше пригодна была только для «Спид-инфо». И новости, наверное, да, в том же интернете, действительно очень любят полоскать чужое грязное белье, и людям, наверное, это интересно читать. Я не отношусь к читателям не «Спид-инфо», хотя я там работала, не к таким новостям. Ну, в общем, они мне не очень интересны. Вот я как-то предпочитаю что-то другое, другое времяпрепровождение. Я не очень интернетозависимая, книги люблю по-прежнему толстые, кино люблю хорошее, поэтому, ну, можно как-то, да, время по-другому проводить. А массовое сознание иногда подогревается вот именно такими новостями, и, собственно, хлеба и зрелищ эту формулу никто не отменял. Но, видимо, вот сейчас само понятие зрелища превратилось вот в такую дешевую подачу жареной информации. Наверное, это востребовано, поэтому этого всего так много. Не то, что это неожиданно, мне кажется, что это примета времени. И в какой-то момент, наверное, это может перерасти самое себя. Вот, поживем и видим. Разные бывают времена. О, времена, о, нравы, это не мы сказали. Поэтому, но тем не менее, эта фраза, она, в общем, про каждое время, может быть, про наше в том числе.